Все началось, что я живу с ребенком, я жила в общежитии. И я продала свою комнату для того, чтобы иметь отдельное жилье. Ну, чтобы вы сами все понимаете, мы все хотим жить в нормальных условиях. Все, на что хватило денег, это вот на наше строительство долевое. И вот уже полгода я снимаю квартиру с ребенком. Я просто в шоке от всего от этого. Даже если мы потеряем дом, потеряем не только ведь дом, мы потеряем все наши деньги, мы просто останемся на улице. И единственный выход – это вот как-то нам всем объединяться, бороться. И это все. И кричать. Потому что у нас впереди туннель, и только свет. А больше иного выхода нет. Один человек, он в принципе никогда ничего не может достичь. Нам надо все вместе быть, потому что нас оказывается очень-очень много. Но я все-таки надеюсь, что нам... У нас еще все получится.